Образовательные учреждения «Люберец» проверяют на антитеррористическую безопасность. Внеплановые рейды проходят на территории всего городского округа после трагических событий в Перми. Наша съемочная группа присоединилась к проверке в 20-й гимназии. Здравствуйте, цель вашего визита. Добрый день, Люберецкое телевидение. На съемочку приехали. Разрешение есть? Да, есть. Проходите. Спасибо. Дверь открыта. При входе в гимназию охранник требует документы. Через строгий контроль проходят не только сотрудники СМИ, но абсолютно каждый, кто переступает порог общеобразовательного учреждения. Здравствуйте, цель вашего визита. Здравствуйте, центр дезинфекции. Заходите. Спасибо. Дверь открыта. Система безопасности в 20-й гимназии прошла масштабную модернизацию. В этом году здесь установили новые турникеты и домофон. Каждый ученик будет заходить в здание по электронной пластиковой карточке. Выходы из гимназии самых маленьких воспитанников только в сопровождении учителя. Родители в здание учебного заведения не заходят. Они располагаются при входе улицы. Преподаватели начального звена выводят детишек из учебного заведения, отдают родителям. Если возникают у родителей какие-то вопросы, при входе есть домофон, который могут связаться с спецсоставом. Налажена работа с Росгвардией. Готовность сотрудников ведомства прийти на помощь проверили на месте. Заодно отработали весь алгоритм действий при внештатной ситуации. Все классы остаются на своих местах. Идет звуковая учебная эвакуация. Никто из классов не выходит. Бойцы Росгвардии прибыли за считанные минуты. Экзамен по обеспечению безопасности учащихся и коллектива гимназии сдан на отлично. Установлены и рамки металлодетектора, и СКУД в обязательном порядке. Система контроля управления доступом. Физическая охрана у нас круглосуточная на этом объекте. Конечно, есть кнопки тревожной сигнализации. Все системы работают в штатном режиме и функционируют в удовлетворительном состоянии. Безопасность на объектах образования – вопрос, который держат на особом контроле. Подобные проверки проходят в округе регулярно. В поле зрения не только школы и детские сады, но и средние учебные заведения. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.